Всем доброе утро. Сегодня понедельник, 5 декабря. Снежок насыпался сверху. Мы едем на работу с пугом. Сегодня у нас сутках с понедельника. Снежок это хорошо, но морозец, не знаю, показывает 25, но по-моему больше ощущается. Машину греем. Что-то время без 15:08, а люди еще что-то спят и торопятся на работу. Вот у кого тепло есть на гаражах. Печка дымит себе и дымит. Полнолуние. Полнолуние. Приехали в гараж. За картошкой. У нас морозы так и есть. 27, по-моему, да? Ощущается 33. Снег скрипит. Ну, снега не сильно много, но нормально, беленько хоть. Не страшненько. Я имею в виду земля. Земли не видно. Здравствуйте, товарищи. Вот посмотрите, как я хожу за покупками. Короче, сегодня с работы написала себе списочек. Да. Чтоб вам видно было. Короче, первый у меня идет сахар. Второй тоналка. У меня тональный крем кончился. Потом ежедневные прокладки. Ну, для ежедневных прокладок надо зайти в фикс прайс. Захожу я в фикс прайс. Заходим. Ола. И... Та-да-та-дам! Та-да-та-дам! И вот что. Короче, мы купили вот такой чек. Вот, девочки, смотрите. На 14 тысяч делить на 7. Короче, на 2000 рублей получается, да, грубо говоря. Вот список, вот цены. Ну, кому интересно, остановите, посмотрите. Все делите на 7 или на 8. Это будет цены в рублях. Так, что мы взяли? Ну, что у нас тут самое красивое? Короче, супруг говорит, ой, я возьму, наверное, себе теплые носочки. Я, наверное, парочку возьму, говорит. Я говорю, ну, бери. Я сначала одни серенькие взяла. Так, извините, меня перебил звонок. Все, я поставила самолетик. Теперь никто ко мне не дозвонится. Короче, я взяла сначала все серенькие. Потом смотрю, супруг, блин. Ой, я парочку возьму. Я говорю, ну я тогда тоже парочку возьму. Чего я буду от него отставать-то? Взяла такие бордовенькие. Тепленькие, со снегирями, короче, взяла. По 750 они. У него, по-моему, подороже. А, они у него подешевле, по 600. Вот, они махровые написаны. У него внутри, я не знаю как. Девочки, сейчас посмотрю. Какой там. Да, у него как-то вот такие вот они, видите? Сейчас вот на свет. Вот, махор. Махровый. Там резинка. А мои, знаете, вот такие вот сейчас покажу. Ну, тоже махор. Махровый. Короче, так. Так, это супруг взял. Я не знаю, вроде он сказал внуку. Ну, когда придет. Взяли такой чай. Это все супруг брал. Что он еще брал? Вот это для обуви взял. Так, из продуктов, ребят, взяли первый раз вот эту штучку попробовать. Сейчас будем открывать, пробовать. Рульку копченую. Не знаю, кто-то хвалил. Бескостная. Хотим попробовать. Так, ну, наш любимый Иваси вот это, но она очень подорожала. 900 тенге уже. А была, представляете, раньше то ли 650. Но она и так дорогая была. Там такие три рыбки. И васи лежат. Вкусные, кстати. Вкусная консерва, мне нравится. Так, ну и шпротики мне там нравятся. Мы часто, не то что часто, любим сделать бутербродики с мариновым огурчиком, со шпротиками. Так, что еще взял? Супруг еще себе вот это вот любит полоскать, берет. Да? Да, крепкая эмаль. Вот. Я, ребята, взяла себе попробовать вот такой хочу суп с лесными грибами и сухариками. Даже сухарики взяла. Какие я взяла сухарики? Вот такие, с чесночком. Еще с красной икрой взяла. Так, все, по-моему, все, да. Так, сладкое теперь, да. Так, ну вот еще с хозяйственного пакетики.
А еще вот такие спагетти. Мне очень нравятся, кстати, такие макаронные изделия. Как раз вспомнила. Быстро варятся и вкусненькие. Так, со сладкого. Это не сладкое или сладкое. Короче, здоровая замена чипсам. Хрустящие лавашики. Это супруг взял попробовать. Так, мои любимые орешки. Этот раз, ребята, не взяла чипсы морские. Они так подорожали. По-моему, были 165, стали 300. Короче, я не взяла. Ну, а таких чистых орешков я люблю просто без всякого вкуса. Супруг предложил мне взять казинаки. Я говорю, ну, возьми. А я ему предложила. Он хотел сникерс с белым шоколадом. Я говорю, нет, возьми, говорю. Не знаю, что там захотели сникерса лупануть. Так, потом он еще вот такие печенюшки темные взял. А я что-то захотела светлые, с творогом. Где они там? Ну, вот, вы видите картинку. Я говорю, мне кажется, печенье творожное. Мне кажется, они вкусненькие. Вот, вот, девочки и мальчики. Вот так вот я хожу в магазин. Пишу одно, покупаем другое. Всем приятного просмотра. Кому что понравилось, напишите. Девочки, ну и, конечно, себя порадовала супруг. Загнала супруга в косметический отдел и сказала, у меня кончился этот тоналку. Взяла вот Катрис, девчонки. Да. Просто у него карточка с собой была, а у меня на карточке не хватало. Вот, и он мне купил. Короче, а это, девчата, базы. Только что привезли, я даже, правда, еще не разобралась. Там она идет как и консилер, и как этот... Короче, три в одном тут написано. Сейчас я покажу. Ну-ка, коробочку раскрою. Ой, смотрите, какая красота. Тут я, конечно, слепая. Вот, смотрите. Так, тут все на чем написано? Все не на не на русском. Так, ну тут, короче, она мне объяснила, что три в одном. Тут и база, говорит, и консилер, и еще какая-то хрень. Наверное, этот, который блестит, супруг орет. Меня зовет. Я хочу сейчас заварить вот эту грибной супчик порошковый. Покушать. Что-то мне захотелось. Я вспомнила детство. Сейчас покажу. Сразу мешать. Он мешает вилкой мне. Какая разница? Свои грязные, что ли? Ну и что? Я сейчас тоже буду рубец кушать. Я тебе не дам. Давай мешай, короче. Ты, там остался же еще рубец? Да, вон он. Сегодня заодно обзор, что мы ужинаем. Короче, капусту. Это типа как винегрет. И это рубец. Сковород. Ой, как вкусно запахло. Как польский суп, который я в детстве ела. Шампиньоны. Сейчас всем насыплю сухарики. Попробуем сейчас. Заварился. Можно еще насыпать. Что-то он такой в этот. Я думала, он погуще будет. Ну-ка. Ой, вкусный. Не, я переборщила с водой. Надо было поменьше. Тут не 200 грамм. Нормально. Так, и рубец. Рубец попробуем. Подогрела его. Жую-жую, не могу прожевать. Полный рот натолкала. Там еще тоже? Чуть-чуть есть. Возьми у меня, там много мне. Ну, ты, ты снимаешь, да? Да. Помолчу. Сейчас я попью. Это выпить лучше. Там, кстати, сухари-то и есть. Свои беленькие. Да? Да, и сухарики написано. Сухарики обезжиренные. Ну, одна химия. Да, там состав ужасный. Чем настолько уже не травили? Что, как капусточка? Не трогай. Ядреная? Не трогай. Тем временем надо было нашинковать зеленый лук и дополнить свой крем-суп любимый аромат зеленого молодого лука.
холоду мне не хватает. Перец в горло попал. Ну, тебе еду не трогай. У меня есть зелень, но я зелень не хочу. А ты лапшу доел, там столько мяса. Я не успеваю, мне надо сейчас доесть, срубеешь, потом мясо. Зато мясо. Что, машинка, что ли? Выключила? Наоборот, включила, что? Что ты хотела? Сейчас, да. Достать тот салат еще? Да не, ну. Хватает? Кстати, у нас свекла еще осталась, нет? Да вот даже не знаю. А ты не смотрел? Там, по-моему, и морковка подгнила уже вся. Надо смотреть, что-то не глян. Кирилла, что, завтра будем забирать? Да, обязательно. Ты ему это купил, да? Пепси ему купил? Ну, я себе хотел попробовать ему. Вообще, кола вкусная, свекла на бутылках. Я даже не знаю, пепси. Да что такое? То обожгусь, то этот. Вроде остыл он. Завтра забрать его. Мелкий мне отдаст, да? Не знаю, надо спросить. Может, он уже утихомирился и этот. Да, конечно, кому нужны чужие дети? Ну, что подтыкал. Ну. Не могу просто счастье. Пускай обои здесь будут. Отдыхать будет. Ну да. Как ты ей объясни, так позвони. Я так объясняла. Ему какая разница, скажи. Как будто его там сидят родители с ним, блядь. Угу. Ой, горяченькая. С морозца, знаете, такой супчик. Вкусняшка. Заехали с работы в Доброцену. Тут мясо привезли, мой опять нахапал. Короче, кое-что взяли, продукты. Но не работает, этот, касса не работает, короче, как по карточке. Мой поехал снимать наличку. Вот. Короче, тут потом обзор сделаю, что взяли, покажу вам. Ребята, добрый вечер. Поехали мы сегодня подзакупиться в четверг с супругом. Увидел он в Доброцене свинину, давай набирать. Вот, взяли такие большие куски мяса с ребрами. Это производство Казахстан, Шушка. Свинина, хотя у нас ляха целая еще. Так, взяла я сыр белорусский, по-моему, сметанковый, да. Так, это муж взял смесь перцев. Короче, ребята, смотрите, я увидела в Доброцене вот такие вот бутылки Made in Odessa игристого белого за 1500 тенге. Так, а эти по 900 тенге шампанское Тургень, наша алматинская, советская юбилейная и советская игристая на Новый год. Так, что еще? Нашла себе кашу, правда, знаете, 7 злаков, которая не варится. Ну ладно, буду запаривать по утрам. Вот такие ружки купили. Шебекские какие-то русский рожок. Это мы все в Доброцене брали. Так, ну и к Новому году уже вот по 2 баночки маслин. У нас еще праздник будет 16-го, еще выходной. Вдруг приедет сынуля, буду салатики тоже делать. Взяла вот такую горчицу попробовать. Что-то взяла аж на 2. Александровская какая-то, не знаю, надо было одну взять. Ну, если что, будем запекать что-нибудь в горчице. Горошек не брала, горошек свой у нас, дачный, взяла кукурузки 2 банки. Сейчас они по 400 с чем-то. Вот большая банка сладкая. Вот 2 баночки, еще взяла 2 баночки Доброфлота горбуши. Горбуша. Это находка город. Хороший этот. Сейчас буду цены смотреть. Мы, короче, все это набрали на 20 тысяч тенге. Вот делите на 7. 3 тысячи, да, с чем-то. На 8, наверное. Не знаю, сейчас. Короче, я даже не знаю сейчас, почем рубль. Ну, короче, 20 тысяч тенге переведите в рубли. И вам там написано. Так, маслины я уже сказала по 2 баночки. Так, что я еще взяла? И кукурузы. Все по 2 баночки, короче. Доброфлота. Так, что-то еще мы взяли.
кукурузы на салатике. Ну все, вот так вот мяско и вот это вот штучки. Что? А, еще взяли крышку. Вот такую, ребят, крышку как раз, знаете, на кастрюле. А то у меня здесь эта крышка. Одна крышка, она идет и на сковородку, и на комплект. Есть вот этой старой посуды у меня, типа цептера. Вот. Или цептер это даже был, я уже не помню, давно брала это. И вот такая, короче, крышечка. Ну, подошла. Хорошо, что подошла. Ребят, ну все, я дотушила свининку. Этот раз я такие приправки добавила. Сейчас покажу вам. Добавила душистый перец, несколько горошинок, паприки молотой, майоран и свежие петрушки. Вот, новые приправы для свинины. Хотя у меня есть отдельно приправа для свинины, но я решила... И лучок там, конечно, есть. Говорят, это самые классные для свинины приправы. Мне кажется, будет очень вкусно. Ой, здравствуйте, товарищи. Сегодня пятница. Чуть мороз не отпускает. Полнолуние у нас. Едем на работу с мужем. Сегодня что-то 8-го, 9-го. Присылали смс-ку, что будет туман. Что резкая смена будет погоды. На выходных даже минус 13. Ну, представляете, после 30 минус 13. Наверное, точно туман придет. Ребята, такой обалденный закат. Пятница вечер. Ну, это к ветру. Такой, знаете, аж это такой розовый. Красивый. Прям как фуксия. Цвет. Очень красивый закат. Обалдеть. Вот иду, любуюсь. Скользко, правда, на дороге. Чуть подтаяло. Ну, 20 градусов, а с ветром 30 ощущения. Ветры у нас ледяные. Всем приветики, ребята. Пришла с работы. Зашла в фикс прайс. Я, короче, в ужасе была. Подорожала фольга. Сейчас покажу вам. Что я купила. У меня как раз все закончилось. И рукав, и фольга, и для выпечки бумага. Кстати, лавашики открыла. Сегодня внука ждала. Но завтра они приедут вдвоем. Не вытерпела, думаю, дай попробую. Очень соленые. Какая там замена чипсам? Они соленущие, ужас. И жирненькие. Так, сейчас, ребята, вам покажу, что я купила. Короче, вот такой пергамент стоит 1800. Но он силиконизированный. Я еще не смотрела. Это для выпечки, короче. Я взяла. Решила печь. Что-то все так дорого, решила печь. Ну, рукав обычный вот этот. Сейчас покажу вам. Обычный рукав. Там, по-моему, 3 метра. Честно говоря, уже не помню. Да, 3 метра. Ну, хватает надолго. Тоже буду экономить. А то я, знаете, так, хренак, как конфету заворачиваю. Сейчас буду экономить. Маленькие буду вот эти штучки делать по бокам. Как здесь нарисовано. Так, и купила фольгу. Ой, там вся дорогая была. Тоже где-то по 2000. Но нашла вот такую маленькую, 750. Тоже вот универсальная, саянская. Вот, и купила еще для мытья посуды, тоже 750 стоит. Короче, вот такие покупки отдала 3500, по-моему, да? Или 3000 отдала. Вот, сейчас буду готовить рыбку. Я, девочки, с утра в морозилке достала рыбку. Она у меня, кстати, разморозилась, окунь красный. Две штучки, сейчас я запеку, возьму рецепт, наверное, в фольге запеку. Духовочки с картошечкой. Пока чистила рыбу, короче, мне сюда залетела. Вот она. Эта штучка. Как ее? Чешуя. Рыбе мне залетела прямо на ресницы. У этого окуня такая чешуя противная. Прям летит во все стороны. Короче, сейчас, девочки, покажу. Замариновала я ее. Замариновала рыбку в таких травах, как орегано и базилик.
Добавила маслечко. Короче, сейчас пусть минут 10 промаринуется. Сейчас буду делать с фольги лодочки или как, я не знаю, как ее. Или завернуть полностью ее. Потом открыть. Ну, короче, готовка 30 минут. Время, сколько время? 8 час, я еще не ужинала, только лавашики похрумкала. Короче, сейчас будем готовить, девочки. А, кстати, лимон. Я потом сбрызну лимоном после готовки. Чтобы это не сухая была. Хочу, чтобы она такая прям рыбка сочную. Хочу сочную. А когда лимоном побрызгаешь, мне кажется, она суховатая. Лучше в приготовленную рыбку брызнуть лимончик. Так, ну все, сейчас буду, наверное, 10 минут и заворачивать буду. Ой, ну что, товарищи, вот так я упаковала в конвертике две рыбки. Сейчас разогрела духовку на 200 градусов, поставлю. Я уже что-то и кушать не хочу, но все равно покушаем, помукбаним. Кстати, дам ссылку, где у меня мукбанги на втором канале. Если что, захотите, кому нравится еда на камеру, смотрите. Ну вот, рыбка приготовилась. Сейчас я ее сбрызну лимончиком. Там кино интересное идет такое, короче, шокирующее. Близнецы называется. Девочки, пойду кушать, там смотреть кино. Я уже попробовала, очень вкусная рыбка. Буду ее кушать с зелеными помидорами, которые супруг мой делал, так сказать, на закусочку. Доброе утро, мои дорогие товарищи. Сегодня суббота, представляете, встала утром. Захожу в ванную и смотрю вот такую картину. Я вообще одна. Вчера вечером мой муж на сутках. И я такая, не поняла, кто принимал душ. Так как у нас полотенчик практически не работает. Вот видите, что? И я такая, еще такая утром встала, посмотрела. Всегда смотрю, был он в WhatsApp, нет. Ну, в смысле... Уже он едет домой, не едет. Вот так вот я смотрю. Смотрю, был в WhatsApp. Ребята, ну я вообще не слышала, как он дома приехал, вот принял душ и уехал на другую работу. Представляете, первый раз. Я такая, знаете, еще вчера лежала, этот, под телевизор засыпала, и пульты все на пол бросила. Смотрю, они все лежат на месте, на другом. Сейчас я это все сырость пока уберу немножко тряпочкой. Потом... Помою клином для зеркал. Короче, ребят, прикиньте, вот так я спала, как вырубилась. Я даже не слышала, что он пришел, ходил, купался. Офигеть. Что оно так, это как будто жир там. Нет, это пол мокрое. Сейчас высохнет, потом я этим, вот этой штучкой... Вот так вот, вот так вот мы и жили, друг друга не видя, да? Ой, сейчас буду завтракать, надо разморозить мясо, накрутить фаршик. А мне сегодня внучки придут оба, я хочу пельмешки тоже настряпать. Так-то полно еды дома, ну пельмешки еще настряпаю, потому что они любят пельмешки. Я не знаю, может быть, младшего с ночевой оставит. На улице у нас морозы, не отпускают. Чрезвычайная ситуация у нас вроде бы как завершена 8 декабря. Сейчас идет перерасчет за электроэнергию. Наш дом тоже ребята включили. То, что как 5 дней он был уже размороженный. В общем, 2 месяца за тепло не будем платить, ноябрь-декабрь, и за электроэнергию. Вот такая помощь людям организована. Вот такие дела. На улице еще градус не смотрела, но ветер. Когда есть ветер, по-любому будет холодно. Хоть пусть 20 градусов будет, это будет с ветром 30. Ладно, пока на этом я заканчиваю, наверное, свой влог. А выходные отдельно поснимаю и покажу вам. Выложу в понедельник.